вторичная переработка – это когда переработают бумаги, бутылки, мусор и еще что-то. Можно денежки и металл, и всяких штук переработать. Чтобы потом из них сделать еще одну такую же. Они перерабатывают какашки, и они становятся электричеством. Отличная переработка – это занимаются своей работой строители, магазином. Мусор, кстати, что перерабатывать. Вторичная переработка – это такой способ переработать.